Известная интриганка Светлана Лобода шокировала поклонников сообщением о своей возможной свадьбе, которая может проходить прямо сейчас. Певица опубликовала в личном блоге фотографию со старшей дочерью Евой. «Едем с Евулей на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато», — написала она и добавила хэштег «пора замуж». Поклонники решили, что певица решила, наконец, связать себя узами брака с отцом своей младшей дочери Тильды. Правда, многих смутило, что Светлана одета отнюдь не в подвенечный наряд. Конечно, не все надевают традиционное белое платье, но черное платье в горох никак не походит на наряд невесты. Некоторые предположили, что замуж выходит родная сестра Светланы, Ксения.